Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в игру Бравл Старс. Ну что ж, поехали. Так, захват кристаллов начнем, пожалуй, с разминочки, да? И возьму я на этот раз Ниту. Да, вы попросили менять постоянно героев. Ну что ж, будем менять тогда постоянно героев, чтобы вам было интересно, ну и заодно я, чтобы, как говорится, разнообразие какое-то имел. Поехали. И причем говорят, ребята, целься. Вот если я буду целиться, это будет просто жесть. Есть. Тихо, тихо, тихо. И, ребят, если кто-то обижается, что под видос попал и я кого-то критикую, так это не со зла же все. Не со зла, ребят, я просто сам на себя иногда возмущаюсь. Опс. Ну куда, куда, куда ты? Молодец. Так, а у нас кто в команде-то, я смотрю. Так, у нас есть Кольт. А, и Барли, да? Бармен. Ладно, хорошо. Да елки-палки. Ах, гаденыш. Обманул, обхитрил он меня. Барли, я ведь сейчас тебя поймаю. Сейчас ведь довыделываешься, паразит ты этакий. О, Кольт, кстати, Кольт у нас был. Кольта больше нет. Опс, тихо. Слушайте, я забрал. Забрал гема, но маловато. Этого еще мало. Что-то Кольт стоит. Кольт! Вот это подстава, ребят, только что была. Стоит, что-то лыбу давит. Непонятно почему. Так, у нас еще 8 гемов только. И все у меня причем, ребят. Гемы чисто у меня. Так, мне нужно отступать. Я не хочу подставляться просто-напросто. А, у нас все, давайте стоим здесь. Стоим здесь. Ждем, ребят, выжидаем время. Тупо ждем время и все. Пускай они идут сами, тратят время. А уже мы их здесь разберем. Потому что здесь у нас линия респа. Да, победа за нами, отлично. Здесь у нас линия респа. И мы будем быстрее респаться. И, соответственно, отдавать отпор и забирать, естественно, гемы. Так, ну что, ниточка, ниточка. О, шикарно. Так, дайте-ка я выйду. Посмотрим. Так, кубки. О, жетоны. Есть. Есть, наконец-то. Давайте посмотрим, что нам отсюда выпадет. Ух ты, 93 монеты. Неплохо, 8 энергии на кольта дали. Очки сил, точнее. Так, на Шелли. Даже на Покка. Угу. Так, это что такое бонус билеты событий? Ага, бонус билеты событий. Бойцы. То есть я могу... А что я могу? Улучшить? Да, я могу улучшить Покка. Ну хорошо, давай улучшим Покка. Он имеет почти 4000 здоровья. Атака у него 693. А кто, интересно, у нас по атаке вообще самый мощный? 414. А у Кольта сколько? 330. Ну это, я так понимаю, за один, наверное, патрон, да? Угу. От выстрела. Да, от одного выстрела у него 345 урона. А супер урон от мощного выстрела? Слушайте, не настолько он и превышает обычную атаку. Странно как-то. Блин, я хочу какого-нибудь нового героя себе получить. Кто-то мне сказал куда-то зайти в ID от Суперцелла и получить скин на Барли. В какое ID зайти, я так и не понял. У меня вроде бы все подключено. Все, все, что нужно. Не знаю. А, может быть, вот здесь вот подключение Суперцелл ID. Давайте попробуем, ребят. Слушайте, ребята, да, скин в награду, как вы видите, я получил за подключение учетной записи к Supercell ID. Ну что же, на халяву, грубо говоря. Тедейнс, волшебник Барли. Отлично, ну что же. А мы, пожалуй, с вами продолжаем играть. Давайте посмотрим, что у нас здесь за режимы. Слушайте, ограбление есть. Ограбление мне нравится. Слушай, роборубка. Защитники хранилища. Оно через 17 часов начнется. Я не знаю, что это такое, ребят, не был ни разу. Мне нужно 800 трофеев, чтобы мне открылось еще вот какая-то, не знаю, какое-то новое событие у нас будет.
Так, ну что же, ограбление. Поехали на ограбление, но здесь я возьму, пожалуй, кольта. Я сомневаюсь, что здесь нитой что-то у меня хорошее получится. А вот кольтом, скорее всего, очень даже хорошо получится. Поехали, попробуем. Ограбление. Ну, тут, как всегда, ребята, ага, барли и так далее и тому подобное. Что, они все уже в кустах, наверное, да, ныкаются? Ну, и мы тогда постоим в кустах. Так, тихонько, ждем, ждем. Тут главное забомбить вражеский сейф как можно быстрее. Какого хрена я туда пошел под огонь-то, ё-моё? Зачем я это сделал? Опс. У них тоже кольт, кстати. Блин, одного нашего шибанули. Слушай, не хотят, ребят, просто нас туда пропускать. Ай, закончилось, как всегда. О, кольт. Иди сюда, кольт. Ну, есть, минус. Шикарно. Отвлекают, они нас отвлекают, ребят. Я пошел, короче, на сейф. За сейфом. Вот это ты, конечно, зря, браток. Получил? Ой, и меня слили. Блин, надо хоть немножко нанести урона. А потом уже, ребят, можно и тут хоть застояться. Потом можно тут... Что хочешь делать? Ну да, конечно, ага, барли. Губежки-то раскатил. На, получи. Ну, минус, минус. Так, пошел я, короче, попробую сейф, ребят, хоть немножко. Да ёпрсты. Во-во-во-во, вот, барли, малорик. Малорик, сейчас вот ты великолепно сделал. Мы, по крайней мере, нанесли урон 73%, как вы видите. Осталось у сейфа. То есть теперь просто нам нужно держать, ребята, оборону. Как можно дольше, как можно круче. И тогда победа будет, естественно, за нами. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Меня сейчас шваркнуть могут. Так, давай вот здесь вот постоим. Все, хильнулись. Где-то, ага, вон он ныкается. Я его заметил, ребят, я... Да ёпрсте. Так, барли, блин. Пиу-пиу, блин, вот меня и пиу-пиукнули. 98%, ребят, но... Мы идем, идем, идем на победную с вами. Почему барли... А. Слушай, смотри, смотри, как они психуют. Как они хотят нанести урон, но ничего у них не получится. Хе-хе-хе-хе. Ничегошеньки, турельку тут поставил. Да, победа за нами, отлично, идеально сработалась командочка. Барли здесь вообще молодец. А это в данный момент капитан Аегир. Вот так вот. Шикарно. Ну что, давайте, может быть, еще разочек сыграем. Почему бы и нет? Еще разок, главное, чтобы повезло с командой. О, смотрите, капитан Айгир с нами. Так, и здесь у нас какой-то... Что ты? Что задумался? Что ты там выбросил? Ой, бул здесь. Слушай, вот это плохо, бул, он же ведь таранит. Да, он таранит, он будет, ребят, с вами разносить, наверное, тараном. Так скажем... Да, скорее всего, будет таранить наш сейф. Но куда ты прешь? Эй, Нита! Нита вызвала медвежонка. Да давайте вы... Все, короче, надо идти атаковать. Не стоим! Не стоим, пошли. Барли, ты здесь вообще должен у нас, по идее, рулить. Так, я видел, эта хламонка здесь спряталась. Погнали. Ой-ой-ой-ой, как плохо. Ну. Есть, я его снес. Так, Шелли, за мной Шелли, на хвосте, блин. Слушай, что у нас по процентовке? Мы еще ни разу не нанесли урона, поэтому у них 100%, а у нас, к сожалению, 82%, как мы видим. Так, барли, барли, ладно, хорошо. Давай уничтожим Ниту. Да ёпрсете. Нет, не выходит ни шиша. Так, Шелли. Вот-вот о чем я вам и говорил, что этот чувак будет атаковать именно своим бегом.
Да команда у меня нифига не может понять, елки-палки, что нужно сделать от нее. Она стоит, защищает и... Да бесполезно, беспонтово это все. Я один здесь ничего сделать не смогу, абсолютно. От меня здесь никакого толку. Барли бегает что-то там сзади. Причем команда-то у них-то вообще ни о чем, если честно. Просто ни о чем. Наша команда, наверное, в разы лучше. Ну просто он. Вот тут что вот он бегает просто так. А-а-а! Супер удар. Вообще не в ту сторону, ребят, стал у меня стрелять. Ладно, слились, так слились. Фиг с ним. Не все время выигрывать. Мы слились только по времени. Ну, они забомбили бы, ребят, если честно. Наш бы сейф. Чуть побольше времени дай. С этой командой я больше не хочу ничего иметь. Так. И... Пробуем. Пробуем еще. Слушай, а может быть надо было взять этого... Эль Прима. Видите, да? Тут команды, в принципе, вот я смотрю... Булл здесь очень хорошо идет, да? А, тут Эль Прима уже есть. Смотрите, практически один в один у нас команды. Оу! Так, хорошо, я здесь один буду, да, якобы держать оборону? От меня здесь толку-то. Ну ладно, хорошо. Опять меня бомбанули. Что у нас там? Ага, мы нанесли все-таки побольше урону. Но теперь главное... Держать это преимущество. Там заваруха такая. Ну и куда ты бежишь, Эль Прима, а? Черт подери. Что там у нас? У них 43% осталось, ребят. На сейфе. Сейчас я попробую, знаете, что сделать? Прожечь супер ударом своим. Не знаю, что у нас, конечно, получится из этого. Но я думаю, что очень хорошо должно получиться. О, 26%. Отлично, 23%. Ну, этот тут сейчас получит свое, естественно. Этот Эль Прима. Давай, давай, ждем, ждем, ждем. Да ёпрсте, Эль Прима, давай, защищай. Сейф. Так, 3% у них осталось. Погнал я. Попробую, я, короче, рискну. Есть, молодцы, отлично, сработали. 3% вы отняли у их сейфа. Да, все, ребята, здесь, как говорится. Ой, тихо, ждем остальных. Блин, да что ж я... Ладно, фиг с ним. Ждем остальных. Я хотел уже другой режим, ребят, пойти. Ну ладно, раз уж. Так, вот здесь вот уже хреновенько у нас. Ну что ты стоишь, Дарио, пойдем. Хватит уже, как говорится. Опс. Опять та же самая, ребят, комбинация. Опять же Булл, опять же Эль Прима. То есть все это сделано неспроста, ребят. Все, я погнал. Попробую. Не знаю, что у меня из этого получится. Угу. Прячется. Черт. Слушайте, ну у меня накопился суперудар. Я попробую сейчас, ребят, суперударом прострелить по сейфу. Ага, нифига у меня не вышло. Смотри, что делают, а? Так, теперь, блин, надо идти к ним, туда. Держаться желательно бы всем кучнее. Пиу-пиу, какой пиу-пиу? Давай этого, Була. Ладно, хрен с ним. Черт, я попал, ребят, под раздачу. Эль Прима там один, да нет, конечно же. Так, 93%. Слушай, еще очень много здоровья. Так, ну
Блин, не попал даже. Да елки-палки. Ну, сколько раз уже сам себе говорил, что тупо в дуэли сталкиваться, когда у тебя мало здоровья. Но, как говорится, всегда есть же надежда, да, что типа... Оу, слились. Да, хреново. Так, что бы нам тут сделать-то, а? Я возьму, ребят, не Кольта здесь, а Эль Прима. Так, выходим. Возьмем, например, Эль Прима. И попробуем сыграть, опять же, в ограбление. Посмотрим, как у нас получится. Так, там Барли, Бул. Еще какой-то чудик. Ладно, попробуем. Че я прячусь-то? Зачем я тут прячусь? Барли. Барли обязательно нужно сносить первым. Потому что он стреляет. Так, ну ладно, хорошо, фиг с ним. Да куда ты стоишь-то, примач? Да где твой супер... Да ты достал уже, а? Сматывайся давай! Смотри, 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 бежит! Супер удар делает, да? Нифига он там! А как так? А где все-то, я не понял, эй! Слушай, я не врубился, а что за фигня-то получилась? Где был, например, Барли? Я его здесь не увидел. Короче, я офигею с этого дурдома. Давай, поехали дальше. Так, Покка, ну это вот все не те персонажи. Ладно, фиг с ним, попробуем втихушку тогда. Со взрыв... Видите, они все берут обычно в основном там взрывчатку или еще что-нибудь. Так, хорошо, хорошо. Так, ну тем не менее, 59%. Погнал я дальше разбираться с этой шелупенью. Так, 24 уже процента. Выпрыгивает, ну ладно, выпрыгивай. Ну, добью? Да должен добить. Замечательно. Так, ну что, ладно, ребята, отомстили, грубо говоря. Давайте теперь пойдем пособираем, наверное, с вами гемы. Да, я так буду долго до 800-то копить. Так, у нас здесь с вами... Что такое? Так, 16 денег, Нита и Шелли. Понятно все. Так, берем, наверное, мы с вами... Может, за Шелли сыграть, а? Не, давай за Барли. Хо-хо-хо, вот тебе хо-хо-хо. А выбираем не ограбление, а просто захват кристаллов. Поехали. Надо столкновение как-нибудь поиграть, блин, приноровиться. Но я чувствую, что там должны быть герои другие немножко, которых у меня пока нету. Хотя можно, в принципе, мне кажется, при желании пройти абсолютно любым героем, ребят. Это меня, что ли, разобрали? Блин, а я смотрю на этого маленького... Когда все в кучу стоим, путается, ребят, у меня все путается. Так, Нита, давай, иди сюда. Так, уничтожили, по-моему, да. Лауру какую-то мы там шваркнули. Так, Бул, а чё ты не собираешься-то? Так, стоим здесь, переждем вот это все. Напалм, так сказать. Давай, Ниту. Зажарил. Ой, медведь, 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 отвали от меня. Прикрывайте, ребята. Прикройте тылы. Есть. Слушай, надо немножко восстановить здоровье-то, ё-моё. На микронах там бегаю, что-то выделываюсь. Так, ну у нас пока 9 гемов есть на кармане, да? И это уже хорошо. Так, Бул там стоит, перекуривает, пока у нас отдыхает. Зачем я...
Нажал тоже на свою голову, блин. Ладно, хорошо. Глупость. Глупость сделал сейчас несусветную, ребят. Мы сейчас можем потерять гемы с вами. Так, стойте сзади. Ребят, не лезьте, пожалуйста, туда, к ним. Просто стойте, я уж... Как говорится, мы будем своими жизнями тут рисковать только ради того, у кого больше всего гемов. Но мы уже растеряли. А, снесли, хрен с ним. Хрен с ним. Главное держать, ребят, преимущество по гемам. Опачки. Красная команда-то уже фаворит. Зачем я подставляюсь? Впустую. 7, 6. Че, неужели не... О, вырвали, ребята. Молодец, успел. Так, я сейчас... Ну да, конечно, Нита. Ну... Стоим, ребята. Ничья будет, да? Нет, мы выиграть должны. Мы выиграли, да, по очкам-то? Да. Буквально на один кристалл. Хорошо, давайте еще сыграем. Пускай это будет у нас, опять же, Барли. Конечно, хотелось бы мне попробовать потестить новых каких-нибудь персонажей, но их пока, к сожалению, у меня нету. Вот здесь, кстати, плохо. Эль Прима здесь. Угу. Вот если Барли попадет к Эль Прима на раздачу, это будет бобо. Будет жесткая боль. Иди ты отсюда, что это за робот? Бочка, блин. Робот-бочка. Робокоп. Молодцы. Заколбасили. Ну да, конечно, ага. Примач. Прыгать мне здесь. Так, стоим. О! Сделал он свой супер-пупер там перекат. Бочковой. По-другому его не назвать. Так, собираем гемы. Ага, вот он опять делает свой... Да он за мной вязался. Нет, его подшваркнули. Так, Эль Прима, бежи, да? Че ты делаешь-то, а? Там же нет никого, че ты машешь руками-то? Ну-ка, напалм попадет кто-нибудь? Нет. Эль Прима убежал, Барли тоже убежал, но тем не менее. Ну давай, вот туда вот, прям в кучку, где вы стоите. Ой-ой-ой-ой, вот я и говорил, если Эль Прима на тебя идет уже, то все, тут финиш. Барли просто не выживает. У него же дальняя атака. А у Эль Прима, наоборот, ближняя. Так что тут фигово все. Ребят, нам нужно всего ничего набрать-то. Давай напалм. Пускай горят там. Так, еще, да, еще буквально 2 гема нам нужно набрать. И жизнь наладится. Или не наладится. Куда он там ломанулся, эй? Подожди, кто у нас? Кто-то погиб. Эй! Кто-то подставился, ребята, из нас. Кто-то подставился, и гемы все потеряли мы. Все, не успели. А кто? Кто у нас подставился? Кто сдох? С кучей гемов полез, блин, в драку. Не знаю, ребят. Выйти. Не успел, да, я выйти? И опять та же самая команда, что мне досталась? Нет. Немножко другая. О, здесь, кстати, хорошо. Здесь Нита, здесь Кольт. А у них там, по-моему... Эль Прима-то не было? По-моему, не было. Если его не было, то это хорошо, ребят. Шикарно. Так, Барли. А, у них даже двое. У них двое Барли. Понятно все. Это хреново, конечно, с одной стороны. Оу. Слушай-ка, погоди. Что за хаос тут творится? Зачем, ёп, ПРСТ нажал, блин, на удар? Да, что-то я вообще тут
просто не справляюсь. Надо гемы забирать у них, ребят. Ну, что это за фигня такая? Так, подожди, это наш. Да не может быть, чтобы они за счет двух Барли вот так вот нас разруливали. Ага, супер удар потратил он. Нет, вот сколько раз говорил, надо идти на него, а не отбегать. А что, мои стоят здесь довольны с тремя гемами и думают, что это все хорошо, что ли? Ничего хорошего тут нет, на самом деле. Оу, меня зажали напалмом. Культ почему-то больше прячется, чем сражается. Опять мы проиграли здесь. Блин, жалко, я не могу здесь сыграть соло. Нету сольной игры, блин. Вот хреново. Так, ладно, мы опять сплавились. Эта игра и серия какая-то провальная, если честно, получается. Так, ограбление. Ну давай в ограбление пойдем, посмотрим, как тут у нас будет Барли себя чувствовать. Честно говоря, мне больше нравится либо за Эль Прима играть, либо за Кольта. Барли меня не особо так устраивает. Ну, попробуем. Ау, ау, да-да-да, вот именно что, ау. Не было там никого, блин, зачем я только суперудар потратил. Ладно, пойду, ребята, попробую из-под тишка бомбить сейф. Тем не менее. Так, отходим, 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 отходим. Медведь, отвали. Все равно я зашваркаю. Так, стоим здесь в укрытии и просто... Ну куда ты там прешь? Оу, это что такое было? Кто так делал? Минус. Так, Нита вот тут вот в кустах сидит, я видел. Зачем, блин? Зачем забежал в зону взрыва? Я не понимаю этого. Так, ребят, у меня напалм. Я иду с напалмом к ихнему сейфу. Да ёпрсте, второй раз на эти бомбочки напарываюсь. Да их не видно, они... Когда только вступаешь в эту зону, они начинают пиликать. А до этого их не видно. Сейчас, сейчас, ребятули, сейчас. Сейчас я попробую. Блин, не хотелось бы мне суперудар тратить, но придется, видимо. А, выжил, блин, вон тот, вон. Орлик, охотник. Как его там еще назвать-то, я даже не знаю. В общем, они сейчас защищают тупо свой сейф. Видите, они никуда на нас не идут. Они стоят все на месте. Хотя бы так зажарить, попробовать их. Во-во-во-во, давай-давай-давай-давай-давай. Давай, Эль Прима, бомби. Добивай, добивай, родной. Эх, чуть-чуть не успел. Но, тем не менее, мы выиграли 3%. Они ничего нашему сейфу уже не смогут, не сумеют сделать. А, как мы видим, на их сейфе просто нет здоровья. Все, и победа за нами. Слушайте, я, наверное, поменяю Барли. Хотя здесь он очень хорошо идет. О! Ранг повысил даже себе. Молодец, Барли, ты крут. Опачки. Что это такое у нас? Ах, мы с вами 453 кубка набрали. А нужно было 450, отлично. И кто же тут у нас? Так, на Була мы получаем немного очков. И на Барли. Ладно, в принципе, нормуль. Так, новый рубеж, это боец Джесси. Нужно... 500 кубков заработать. Я, конечно, не знаю, заработаем ли мы сейчас с вами. Так, игроки в сети. Так, чат клуба. Наконец-то получил Динамайка. Сейчас потестим. А кто такой Динамайк? А вот и Мортис. Так, просто сливать трофеи из-за некоторых героев даже не играть. Так, игра думает, что ты лох, не умеет играть и даст нового перса. Ладно, не с пятого сундука, со второго. Сундуков было 5. Фига тут, ребята, даже какие-то свои
Теории выдвигают. Так, ладно. Поехали. Бесплатно заберу еще 16 монет. Слушай, давай сыграем еще, наверное, в этот режим. Только возьмем, наверное, вот этого вот. Та-да-да-дам, вот тебе и та-да-да-дам. Подожди, играть. Ну что, поехали. Кто у нас тут в команде? Ой-ой-ой-ой-ой. Нита, Кольт, ладно, попробуем. Есть... Сейчас посмотрим, какие у них Шелли, ладно. Ой, тут, кстати, не... Воу-воу-воу-воу-воу, как... А как, интересно, у Ниты получилось обойти все мои взрывы? Я ведь знаю, что ты там спрятался. Что ты там... Я постою, отхилюсь. Прикроем. Медведь против медведя. Ну, есть. Так, прячемся. Ну давай, иди сюда. Стоишь, хиляешься? Ну хиляйся, хиляйся. Давай, давай, давай. Пускай идет сюда. Ну иди сюда, что-то там. Есть. Так, о, Кольт какой круч. Молодец, отнял все-таки процентовку на базе. Кто это стреляет? Ах, в кустах там кто-то сидел. Тихо. Ну, Шелли-пумпели. Так, медведь этот нам тут не нужен. Вроде отбились. Шелли тут крутится, ребят. Да, мы ее снесли, отлично. Так, этого тоже убрали. Надо хиляться. У меня что-то здоровье быстрее всех тратится. Хотя я не на передовой, где-то там сзади отсиживаюсь. И тем не менее мне достается. Как только на расстоянии там кулака подпускаешь врага, сразу же хана наступает. Так, Шелли там стоит, строчит. Опять со здоровьем проблема. Дай-ка я эту турель уничтожу. А вот и Шелли пожаловала, да? О, ребят, скорее всего, победа-то будет за нами. Угу. Как видим, у врага ничегошеньки не получается. Хотел он, конечно, сбить наше преимущество, но, видимо, ничего не получится, да? Победа за нами. Да. Здесь, конечно, Барли хорош. Сидит себе в кустиках там. Утериал. Что такое? Приглашение в команду? Да нет, я пока не хочу. Я, ребят, я пока разыгрываюсь. Можно так сказать. Ну вот сейчас вот будет, да, доколупывать меня. Так, поехали мы. Дай-ка я в столкновение сыграю. В парное. Ну, возьму я... Возьму я, наверное, Кольта. Или Була взять. Бул вообще у меня первого ранга. Нет, все-таки Кольта. Ой, что я делаю-то? Ну что, попробуем? Кто мне достанется в напарнике, интересно знать. Кто там? Не вижу я. А, Бул. Ну давай с тобой возьмем энергию. Отлично. Так. Вот куда ты бежишь-то, блин, в одиночку-то? Ёпрст, сейчас заколбасят тебя, я ж тебя не смогу прикрыть. Куда он бежит, блин, не понимаю я. Ящики, что ли, тебе так нужны сильно? Тихо, погоди, Була я вижу. Блин. Как ты... Ага, он того охламона нужно пригвоздить, я думаю. Просто разобрали в два... В два смычка. Нас просекли. Так, смотрим, ждем.
Ну, е. Опа, 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 на хвосте бул. Смотри, что творят. Погнали. Разобрал я его нафиг. Тихо, 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 тихо. Опа. Давай его прикрывай. Его прикрывай, меня прикрывай. А-а-а! Ну что, выживай. Турель тут, по-моему. Так, стой, стой, стой. Еще осталось немножко времени. Да куда ты бежишь-то? Сейчас тебя убьет, турель. Ну, твою маковку. Да. А, мы выиграли? Или нет? Выиграли, ё-моё. Ух. Так, ну что же. Сколько там у нас? 463. Блин. Мало. Ну ладно, давайте еще на дорожку, как говорится. Да что ты... Прям вот... Это кто такой? Первый раз такого вижу. Так это как тусенок маленький. Ладно. Привет. Привет. Слушай, а как тебе написать-то? Привет. Так. Ну, давай. Привет. Да, елки-то палки. С этой раскладкой вечная проблема. Привет. Эй. Так. О, наконец-то получилось. Ладно. Что, возьмем еще, наверное, кого? Кто у нас тут есть? Давай посмотрим. О, Леонкс. Леонкс. Не хочет, видимо, да? Так, какой он взял? Что за событие? Что у нас тут вообще? Сейф, не сейф? Что там? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мы с кактусенком вместе. Давай посмотрим, что он делает. Я не знаю, что это за герой новый какой-то. А что, тебе не нужна энергия? Идет так. Потихонечку, потихонечку идет. Так, стоим, стоим здесь. Угу. Так, ловим, да, его, я так понимаю. Слушай, а может быть мы зря вот так вот кучкуемся, потому что так хоть кто-то может выжить, а так без вариантов, если кого-нибудь прибьют. Так, мы чисто что, на шару тут, да, с тобой разбрасываемся этим? О, тихо. Торра, да, там у нас? Так, погоди-ка, если я, например... Нет. Ой, народ, тут поназашло. Поназаходило тут народу, ё-моё. Дай-ка я вот нахлобучу сейчас. Осталось мало здоровья. Убил, нет? По-моему, нет. Кактус, лови. Лови этого. Я сюда выхожу. Да ёпросте, ну... Что ж ты будешь делать? Совсем чуть-чуть не хватило, ребят, мне забомбить. Кактусёнок, давай не это, не будем тут с тобой. Оу, как это я так попал? Да, тут вина моя. Тут была вина моя, потому что я подставился. Я только не понял одного, почему меня быстро снесло как-то. Ну, я сам виноват, вылез. Так, погнали. Как ты, сёнок? Утер. Да от этой энергии, в принципе, толку никакого нету. Зачем ее собирать мне? Ну, дает она там 100 тебе дополнительных хп. При мощном взрыве и при стрельбе они тебе вообще никакой роли не сыграют. Так, вот Барли это... Оу! Ну-ка, давай-ка мы этого... Ганнибала попробуем подбить. Опс, меня разобрали. Отойди, отойди, как тусенок. Да зачем ты вот сейчас вот упадешь, не дай боже.
Опс, смотри-ка, что тут. Сколько мне там еще? Секунда ждать. Я возвращаюсь. Я возвращаюсь, я вернулся якобы. Кто еще тут против нас? Да дофига кто. Вон, например, с гранатометом, а? Пускай он там стоит. Он сейчас все равно выйдет, вылезет. Эль Прима тут. Оу, там расколбас-то был какой. Ну что, давай, кактусенок, я жду, когда ты там респаунишься. О, вот он появился. Опа-на, Бул! Ты видел, как он меня просто с выстрела, по-моему, накрыл? Ну, давай попробуем, успею я, не успею, ребят, не знаю. Вон он стоит. Ай-яй-яй, не успели, не успели. Да ёпрстая, мне некуда было идти, ребят. Туда на него, а если назад, то я вне зоны. Ну что ж, давай тогда попробуем что-нибудь другое сыграть. Например, в ограблении не надо. А, ну тут, к сожалению, только он может. Что он там печатает опять? Куда? Гемы, елки-палки. Надеюсь, он понял, да? Не сейф, а гемы. Во-во-во, поганковая пещера, все, готово. Да какой, блин, тик-ток тут. Черт, я не успел прочитать, что там написали. Фух, погнали. Так, а когда этот кактусенок, интересно, дается? На каком он ранге? Так, гемы, гемы, гемочки. Дострелялись, ребятули. Тихо! Взрывчатка — это очень опасная вещь. Спичкам, дети, не игрушка. Я убежал. Убежал, ребята. Я спрятался. Я в домике, ё-моё. Смотри. Так, я тебя понял, я тебя пропалил, гаденыш. Е! Шик и блеск. Ну гем-то, схвати гем. Я успел. Пули свистели над головой, но я пробежал. Так, сколько у нас там? 2 против 5. Так, я вижу его. Опс, это он наугад. Чисто наугад. Этот с динамитом меня раздражает. Так, кактусенок. Почему я его называю кактусенком? Ну потому что это кактусенок, блин. Так, ладно. Вон он, это, со взрывчаткой. Кольт. Появился вражеский кольт, ё-моё. Кого-то у нас шваркнули. Блин, нас, по-моему, прессингуют здесь. Этот совсем там припух, я смотрю. Кто-то там стоит где-то в кустах, не поймешь где. Оу-оу-оу-оу-оу-оу! Ребята, гемы все у них. Ты понимаешь? Если... А, теперь они все у нас. Так, все, давай. Заберем он те... Не, не будем забирать. Это рискованно. Стоим здесь, короче. Ну его нафиг. Ребят, стоим, выжидаем время. И победа будет за нами. Есть. Фух, а если бы мы побежали бы за теми гемами, которые там лежали, возможно, нас бы расстреляли бы. И не видать нам победы было бы. А так я 11-й ранг получаю, видите? Зачем я вышел? Зачем я вышел-то, ё-моё? Продолжаем, ребятули, наверное. Шадов-котик. Так, ну, можно было бы, наверное, такой командой, можно было бы, наверное, и на сейфики сходить, наверное. Так. Кто тут против нас-то? Шелли, блин, звездные. Я ее ловлю. Поймал, блин. Сейчас меня разберут, нет? Нет, я выжил. Кто там? Что за...
чувак, который бочками там бомбит аж. Целые бочки с динамитом выкидывает. Так, хиляюсь я, короче. Угу, Шелли идет. Прям на меня. Ух, радость моя. Я не выжил. Но гемы пока у них все. Это пока. Так, у меня есть суперудар. У меня есть суперудар. Снес я его нафиг. Да ёпрсте, что ж ты... С чем он там бегает? Я не могу... Какой-то магнит? Магнит, не магнит. У них 8 уже гемов, ребят. Как так? Как так? Мы все подорвались на бомбочках. И я, и кактусенок вылезли, называется. Твою маковку! Ну, давай, 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 давай! Шадоу! Собирай там... Отчет опять пошел. Ну, забираем все гемы. Ух, малорик. Теперь сматываемся. Сматываемся, говорю. Все, отлично, пока все хорошо. Все, ребят, победа будет за нами. Ну, не, ну только не, не высовывайся туда, я тебя прошу. Стой сзади где-нибудь лучше. Стой сзади. Молодец, все. Ребят, ну вы сами видели, мы прям вырвали победу в самый последний момент. Так, ну что, ребятульки, наверное, я буду закругляться. Всем спасибо. И до скорого. Вот так вот. Ну что ж, дорогие мои друзья, на этом будем закругляться. Обязательно с вами увидимся в следующей серии, если вам понравилось. Ну, а те, кто сегодня играл со мной, конечно же, увидят себя на моем канале. Так что, всем удачки, ребята. Всем пока.